53-летняя Юлия Меньшова показала себя без макияжа. Артистка снялась в гримерке перед выходом на театральную сцену, обычно ухоженной и с безупречным макияжем. В этот раз дочь Владимира Меньшова показалась фанатом уставшей женщины средних лет. Многие предположили, что так выглядеть Юлия стала после смерти своего отца, которую очень тяжело переживала. Тем не менее, продвинутые поклонники отметили, что телеведущая выглядит превосходно. Несмотря на лицо без макияжа, у Меньшовой нет выраженных морщин, синяков и мешков под глазами и дряблой кожи. Вы в любом виде красотка, видно, что косметолог ваш лучший друг. Я даже не узнала вас сначала, улыбаетесь, но глаза такие грустные, сама на себя что-то не похожа. Вы очень похожи на отца, отметили пользователи. А вам нравится эта артистка?